Всем привет, с вами Бери баню Челябинск. Мы продолжаем строительство бани в поселке Северный. И давайте сразу же опять покажу, что мы построили, как мы это построили. Кому-то это будет достаточно интересно. Вот банька. Сейчас я наверх подымусь, покажу вам расположение комнат. С этой стороны будет вход у нас. Вот здесь вот будет вход. Здесь будет первый коридорчик вот такой. Вот в этом месте будет врезаться дверь, ставится. Будет первый коридорчик для разграничения холода, тепла, ну и для того, чтобы куртки скидывать. Дальше у нас идет комната отдыха. Вот такая вот большая получится длинная комната отдыха. Из нее вот в этой стене будет вход в мойку. Здесь у нас будет мойка. И дальше вот в этом вот месте будет проход в парную. В этом месте будет большая парная. Здесь уже сделан фундамент под печь. Оставлено отверстие под вентиляцию басту, которая будет под печь выходить. Выложено все кирпичом. И изнутри мы весь цоколь утеплили пеноплексом. Я в прошлых видео говорил, что мы будем утеплять. Вот сейчас показываю, что мы утеплили весь цоколь изнутри пеноплексом, чтобы у нас тепло не выходило наружу, чтобы мы не прогревали бетон. Внизу сделана бетонная чашка со сливом. Вот здесь вот слив заткнули, чтобы туда ничего пока не попадало. Сделана бетонная чашка для увода воды. Вся вода будет утекать, получается, вот в этот слив. И с мойки она будет утекать под стеной. И с этой стороны будет утекать слив. Под бетонной чашкой у нас сделан керамзит 20 сантиметров. Так, дальше. Здесь у нас идет комната отдыха. Комната отдыха у нас на точечном фундаменте. У нас только ленточный фундамент под баней и под мойкой сделан. Здесь у нас сделан точечный фундамент. Здесь мы поставили 200-е лаги. Вот сбоку сейчас немножко покажу. Вот так вот, 200-я лага. Снизу сделана пароизоляция. И сюда будет засыпаться керамзит. 20 сантиметров керамзитом будем утеплять, чтобы у нас полы были теплые. Здесь также сделано пеноплексом утеплено. Вот здесь вот пеноплекс видно. Также утеплено все пеноплексом. Помимо этого, сейчас небольшие нюансы покажу. Вниз слезу. Лаги мы к стене не прижимаем. Вот видите, здесь остаются вот такие вот зазорчики. Вот здесь вот зазоры. Солнце сильно светит, но я думаю, вам видно. Остаются зазоры для того, чтобы лаги не прижимались у нас к стенам. И в этом месте не было запревания. Внутри также ничего к стенам прикасаться не будет. Вот сюда вот будет засыпаться пеноплекс. Углы бани запиливаются в чашку. Вот таким вот образом запиливаются в чашку. Одна чашка уже, другая чашка шире, чтобы у нас паз уходил туда. Вот если туда заглянуть, то паз будет щель вот там вот внутри. Все это заворачивается джутом для того, чтобы не продувало. Вот здесь уже вырезали под дверь. Здесь дверь будет. Первая комната, вторая комната, и оттуда уже пошли в саму баню. Вот таким вот образом строим эту баню. Интересно видео, ставьте лайки. Смотрите, как мы дальше будем строить эту баню. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!